Добрый день, дорогие подписчики и гости нашего канала. Благодарим, что вы с нами, смотрите нас, остаетесь с нами. Мы представляли на нашем канале рецепт куриных наггетсов в тематике комплексы перекусов в школе. Сегодня предлагаем вашему вниманию куриные голени в арахисе. Нам понадобится 10 куриных голеней, 200 грамм арахиса соленого, 1 столовая ложка сметаны, 1 столовая ложка растительного масла, листья салата, сушеный чеснок, черный молотый перец и соль по вкусу. Голени куриные моем, кожу снимаем, складываем в миску, добавляем сметану, соль, пряности. Накроем миску фольгой или пищевой пленкой. Оставляем на 40 минут в холодильнике. Арахис измельчаем, застилаем фольгой противень. Лучше установить на противень решетку. Каждую голень обваливаем в арахисе и кладем на решетку. Запекаем при 200 градусах в течение 30 минут. Подаем на листьях салата. 100 граммах, 180 больших калорий. Приятного вам аппетита. Подписывайтесь на наш канал. Оставайтесь с нами. Все будет хорошо. Производитель здоровья и долголетия, гармонии тела и духа из натуральных природных даров Амазоника. Это адаптогены, ноотропы, грибной микродозинг и даже шоколад. И многое другое полезное и необходимое. Золото природы, золото здоровья. Всего доброго вам.